Детский сад теперь не просто временный дом для ребенка. Он имеет статус образовательного учреждения. Поэтому и задачи перед педагогами ставят серьезные. Чтобы их выполнить, нужно постараться и подойти к этому вопросу с творчеством. Над проектом «Новая волна» работали всем коллективом. Для нас это действительно будет волна. В том плане, что мы должны выявить, увидеть способности, таланты детей, дать возможность развиваться, то есть способствовать вот этому. Конечно же, каждый ребенок для нас это талантлив, особенный. И это маленькие звездочки, которым нужно дать дорогу в будущее, поддержать. Вот это, наверное, задача наша. Новой волной охватили каждую группу детского сада. Здесь решили все концерты провести в форме конкурса. Главные зрители, конечно же, мамы и папы. Очень большая радость за то, что дочка такая умница. Всегда гордимся своими дочками. Дочка Ольги выступает в дуэте со своим другом. Говорит, что готовились к этому конкурсу ответственно. Мы вот тут вот в музыкальном зале учили. 11 воспитанников «Росинки» прошли в следующий этап конкурса. Сейчас они будут активно готовиться к полуфиналу, который состоится в феврале.